Планка на одной руке. Становимся на локоть, второй локоть прижимаем к голове, ноги ставим широко, таз не надо поднимать, опускаем, и голову не надо опускать, приподняли. Потом меняем руку и стоим на другой руке. После меняем руку и стоим на другой. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами были ваши персональные тренера Загадовой. До новых встреч, пока. Пока.